Добрый день, ребята! У нас с вами сегодня занятие аппликация. Мы сегодня с вами будем делать вот такой вот поезд. Ребята, посмотрите, у меня на столе лежат геометрические фигуры, прямоугольные квадратные формы. Итак, мы берем прямоугольник, и нам с вами нужно срезать все углы. И у нас с вами получится кабинка машиниста. Затем мы берем следующие два прямоугольника. Также срежем все углы. И у нас с вами получится вот такие вот два вагончика. Теперь нам с вами нужно взять вот такой вот квадрат, сложить его вот так пополам, потом еще раз пополам, раскрыть вот так и срезать по линии сгиба. Разрезаем по линии сгиба. И это у нас с вами получится вот такие вот окошки. Теперь мы с вами берем квадратики маленькие и сделаем колесики. Также сделаем все углы. Срезаем все углы. И у нас с вами получились вот такие вот колеса. Еще сейчас сделаем два. Вот так. Когда все детали готовы, мы начинаем приклеивать. Так, сейчас берем клей.